Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Армак, и сегодня мы продолжаем наш цикл видеоуроков. Этот видеоурок хотелось бы начать с одного интересного момента, связанного с Граалем, о котором я не сказал вам в прошлом видеоуроке. Итак, допустим, у вас есть какой-то герой, который раздобыл этот самый Грааль, да, откопал где-то, неважно. У меня, например, была игровая ситуация, когда я неподалеку от себя на маленькой карте увидел, где соперник начинает копать разные ямки. Я по-своему, конечно же, решил эту ямку возле него то ли покопать, и мне достался Грааль, то ли я убил героя, у которого был Грааль с его стороны, то есть, ну, в общем, Грааль перешел на мою сторону. Но потом случилась такая ситуация, что он атаковал меня своим героем, и я на радостях решил сбежать. Думаю, я сбегу, выкуплю героя из таверны и отстрою Грааль. Но я тогда не знал одной особенности. Дело в том, что если ваш герой каким-то образом вынужден сбегать с боя и попадать в таверну или вообще пропадать, то Грааль у него пропадает. И даже если в таверне он потом вам зайдет, то Грааля у него уже не будет. Поэтому таким образом, если вы откапываете Грааля, героя у вас вынужден отступать, таким образом этот Грааль уже не достанется никому. Сейчас мы это проверим на примере. То есть мы с вами будем атаковать нейтралов, но точно так же будет происходить ситуация, ребят, и в том случае, когда вы будете сражаться с вашим соперником. Сдача работает везде одинаково. То есть, смотрите, мы атакуем нейтралов. Так, отказываемся от боя. Более того, специально сейчас полезем подставляться под бой, чтобы нам стеки выбивали. Бить мы никого не будем. Замечательно. Вот, к нам все начинают добегать. Постараемся подставляться тоже под все стеки. Это сейчас будет пример того, как герой вообще потерян. В одиночном режиме у нас есть вариант, кого мы хотим пригласить. И среди приглашенных мы хотим видеть как раз-таки нашего астрала. Это герой из башенки. И смотрите, вот заходит наш астрал, кликаем правой кнопочкой, у него уже нет Грааля. Это из-за того, что его убили. Но точно так же было бы, если бы он и сам сбегал, мы это с вами сейчас можем повторить. Итак, вот астрал с Граалем, и в этот раз мы с вами хотим сбежать. Конечно же, отступаем. Герой таким образом у нас попадает в таверну, мы его выкупаем. И видим, что артефакт, который был у него до этого, остался, но Грааль пропал. Поэтому ни о какой постройке Грааля в таком случае речи быть не может.